приезжаем в город Пушкин. А для начала мы... Номер один план у нас был. Поверните направо, а затем через 100 метров поверните налево. День рождения Пушкина в Пушкиногорье. А теперь мы в городе Пушкин. Все у нас взаимосвязано. Да. То есть мы с чего мы начали? Да. Да. Тем мы, в общем-то, и завершаем. Поверните налево. Здесь Александр Сергеевич Пушкин учился, здесь в нем появилась любовь к поэзии, здесь он приобрел замечательных друзей по жизни. А в Пушкиногорье, где мы бывали вместе с вами в начале нашего путешествия, жили его родители, жил его дедушка-прадедушка, и там у него очень хорошо шло творчество, да? Да. Нянечка там была. Впереди лежачий полицейский. Девушки дворовые песни. Впереди лежачий полицейский. В машине у нас прям хор дворовых девушек, можно сказать. Навигатор. Поверните налево. Ну вот, видишь. Не хватает нянечки. Да. Ты будешь за нянечку. Через 600 метров поверните налево во двор, а затем поверните налево. Какая тут прелесть. Володь, мы, наверное, отсюда не уедем никогда с Ленинградской области. Въехали к отелю. Наверное, вот это здесь. Ну, вот это, наверное, есть. Город Пушкин. Здесь снимаем небольшой мини-номер в мини-отеле. Адрес его, телефон и так далее нам тоже дали друзья нашего канала. Огромное вам спасибо. Большая просторная комната, огромная, как мы любим, двухспальная кровать, очень уютно. Находится в самом центре города, рукой подать что до Пушкина, Екатериновского парка, что до Павловского парка. Большая душевая комната. Есть все, что нужно для жизни. И сам кот, как всегда. Всем большой привет, а мы отправляемся гулять по городу Пушкин. Эти ворота в городе Пушкин или Царское село называются Московские. Ну, я так думаю, потому что в направлении Москвы. Здесь и Пушкин частенько-то гулял, Александр Сергеевич. Идем в ресторан Хлебников. Трактир, прошу прощения. Thank you.
петровские щи. Великолепно. Я вообще уважаю Петра Первого. При всей его многогранности он был вообще государевым человеком, так скажем. Да, сколько да, для России сделал. Ну ладно, мы не об этом. Щи ты даже кастрюлю съел. Когда я увидел, что здесь дают щи, которые любил Петр Первый, я не знаю, правда, неправда, ну, сама идея мне понравилась. Да, да. И я заказал именно их. Съел вместе с кастрюлей. Настолько было вкусно. С квашеной капустой. Да, да не, потрясающе. А Алла съела ушицу. Да. Как тебе ушица? Вот так. Да? Да. И потом мы заказали пожарскую котлету. Ведь у нас путешествие, все путешествие пронизано... Пушкиным. Пушкиным, да. Ну, так нельзя сказать. Пронизано мыслью о Пушкине, да, Александре Сергеевиче. А он часто ездил через Торжок. Да. Где, как говорят, была изобретена эта котлета. Котлета. Поэтому, не мудрствуя лукаво, мы заказали пожарскую котлету. Одну на двоих. Да. Вот мы съели два супчика, одну котлетку. Остались... Клюквенного морса. Да, остались очень довольны. Поэтому, ребята, будете в городе Пушкин, записывайте адрес. Коты плохого не пожелают. Трактир Хлебников. Ну, тут, я думаю, все подскажут. В интернете наберете, все умеют, найдете. В центре города. Красавец Екатериновский собор в центре города Пушкин, в центре царского села. В лучах закатного солнца потрясающе сияют золотые купола. Если открыт, Ал, пойдем посмотрим. В царском селе, как и в любом другом русском городе, конечно, торговля процветала, и центр города всегда был торговым. Торговые ряды, смотрите, какого размера, масштаба. И что мне очень нравится, они до сих пор выполняют свое назначение, свою функцию. Магазины, аптеки, ну, все, что связано с торговлей. Это замечательно. Царская сельская гимназия искусств имени Анны Ахматовой. Здесь, кстати, и музей Ахматовой есть. Не знаю, попадем мы туда или нет, но так для информации, для любителей ее творчества. Идем на самую высокую точку Пушкина. Пушкина? А Александр Сергеевич разрешил? Да, я думаю, он ее тоже видел, и, может быть, тоже они туда ходили. Да ты что? Да, пойдем мы. Александр Сергеевич, мы идем! Чтобы не перепутать, седьмой этаж туда. Все время прямо. Тут-то дрит. Тут-то дрит. Дорогие друзья, завершить наше путешествие в городе Пушкин, в Екатериновский дворец, мы решили на самой высокой точке города. Называется она Певчая башня. А раньше это была водонапорная башня. Под закат солнца мы поднялись на самый верх, чтобы попить ароматного чайку.
и посмотреть, как солнышко заходит. Мод жасмина. Один из наших любимых парков, Екатерининский, Царское село. Ну, мы с Аллой все время спорим. Ей нравится Екатерининский, мне нравится Павловский. Ругаемся, ругаемся, а потом идем туда и туда. Так и сейчас будет. Ох, ребята, какой там Париж. Ей-богу, поверьте на слово. Да еще и, знаете, бесплатно. Хочешь, гуляй, фотографируйся. Никто слова не говорит. Все бесплатно. Все для людей. Девчонки снимаются, селфи делают. Love story. Красота. Там за окнами, на той стороне, солнце садится, вечер. И посмотрите, здание все прозрачное. Пойдем посмотрим, вон наверх поднялась. Вон она стоит, завесил. Прилетели газонокосилки. Алла, где твоя рука? Машем.
Это здание, окруженное рвом, где раньше была вода, сейчас зеленый газончик, называется Эрмитаж. Кто-то из наших зрителей задал вопрос. Владимир, у вас такие истоптанные кроссовки, даже дырявые. Чуть палец не торчит. Да, такие есть. В нужный момент палец может в любой момент выскочить, проветриться на улицу. Ну и что? Мы, если вы смотрите наши фильмы давно, ребят, огромное количество ежедневно проходим километров. Если верить Гуглу, который следит за нами очень тщательно, ну, в среднем где-то 10-15 километров в день. Да, бывает и 20-25. То есть мы, например, 10-12 часов непрерывно ходим пешком. Утром встали и вот считайте. Вечер. Если я одену что-то новое, какие-то новые ботинки или новые кроссовки, я могу просто испортить ноги. Испорчу ноги, не смогу ходить. Не смогу ходить, не смогу снимать. Поэтому и вам большой совет, дорогие наши друзья. Одевайте, едете в путешествие, одевайте удобную обувь. Дорогие друзья, я уже предвижу много вопросов по поводу того, что по парку погуляли, а почему не пошли в дворец, потрясающий Екатерининский дворец? Ответ очень простой. Год назад я здесь был, ровно год назад, и фильм у меня есть. А по саду, по парку мы практически не гуляли, потому что шел ливень проливной. И мы, можно сказать, на экскурсии во дворце спрятались. Ссылочку на этот фильм я дам. Посмотрите, пожалуйста. А мы сэкономили, так скажем, время. Еще есть такое ноу-хау для тех, кто, в общем-то, ограничен в средствах. Ну, например, пенсионеры. Ноу-хау, или как там называется, я уже забыл это слово. В общем, секрет маленький. Каждый вечер, по-моему, в 6 часов вечера, ворота парка открываются для всех бесплатно. Гуляйте, не хочу. Кстати, руководству парка за это от меня лично огромная благодарность. Вы просто молодцы. Еще все уезжают, туристические группы. Здесь наступает полнейший рай. Тишина. То, что нужно. Да. И даже простая с виду смородина может быть украшением вашего участка, вашего сада и вашей клумбы. Как здорово! Ooh.
сайха. Даже в Екатерининском, да, мы встретились. А я загадала желание позавчера, я увидела алые паруса и думаю, все, я хочу встретить Владимира, когда я алую кошку. Алла, мы же всегда говорим, там где красиво, там мы. Там мы, да. Вот. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы? Меня зовут Наталья, я из Беларуси, но я живу и работаю в Москве. А Беларусь мы все, тоже все пересекается, да. По Беларуси. Нас... Еще не смотрела. Ой, великолепно. Объясню, расскажу, да, ссылочку. Спасибо, что нас нашли. Спасибо вам. Да, Наталья говорит, я, говорит, следила, наблюдала. По Телеграму нет? Нет, по Ютубу. По Ютубу, по Ютубу. ВКонтакте я тоже подписана. А в Телеграме бы быстрее нашли, потому что... В Телеграме я тоже подписана, но я пока не смотрю. Ну, не важно. Некогда. Да. Это Питер, это Ленинградская область. Здесь некогда в телефоне находиться. Спасибо вам. Спасибо вам огромное вот за ваше жизнелюбие, за ваш позитив, что показываете его людям, что транслируете его всем. И за то, что снимаете такие прекрасные фильмы. Наталья, а что бы вы сказали для наших зрителей? Может быть, у вас есть возможность обратиться ко всем? Я не знаю, что... Путешествуйте, наверное. Да, путешествуйте, открывайте новые красивые места. Это тоже какой-то опыт. Не стесняйтесь быть искренними, да. Не стесняйтесь быть немножко детьми. Да, я согласна абсолютно. Вот мы сейчас ходим, у нас вот такие улыбки. И у меня тоже. Я очень рада, что... Можно я вас обниму? Вот так вот. Я вас просто так часто смотрю, что вы уже прям родные. Многие так говорят. Некоторые идут, мы так смотрим, на нас смотрят. Я говорю, ну не подходят. Но я думаю, даже это как... Я говорю, может, у нас что-то одето не так, я говорю. Ну вот, оказывается, люди просто так наблюдают. А нет, я однажды вас видела, вы сидели в московском джаз-клубе «Эссе», вот. И я хотела подойти в перерыве, но вы так быстро убежали, да. И я поняла, что у вас был очередной какой-то намеченный маршрут. Я думаю, все, неуловимые коты. Неуловимые, вот так вот. А джаз-клуб, да, там хорошо. Самое интересное, что... Кто желает, нас всегда поймает. Да. Мы не прячемся. А я медитировала. Вот позавчера я увидела фильм «Алые паруса». Думаю, так, я хочу встретить Владимира Кота. Это будет наивысшее счастье. Ну, вот так вот. Мы сами еще, наверное, час назад не знали, что мы окажемся именно здесь. Здесь, да, вот у нас а да. На ходу. Я направила именно по этой дороге сюда. Еще 3 минуты назад я думала идти другой дорогой. Да. Так складывается. Утятки уже такие подросшие, уже, как это сказать, подростки. А вон там он еще смотрит. Это мама. Ее детки. А тут явно детский сад, где старшие уточки воспитывают младшеньких, как добывать пищу. А
Обелиск, посвященный победе в Чесменском сражении. Турецкие бани. Памятник спортсмену дискоболу и рядом памятник чайке. Алла, памятник, кажется, шевелится. Уже луна вышла, и ночь наступила белая. Время 11 часов.
лишнее поставлено. Вот это. Ну, то, что начало.